Сотрудники ГИБДД провели довольно традиционный рейд по поиску нарушителей детской безопасности, но на этот раз он прошел в необычном формате. Вместе с правоохранителями работали организаторы цирка «Шапито». Тех водителей, что ответственно подошли к жизни собственных детей, ждала награда – билеты в цирк для всей семьи. Я сперва был как бы… Всегда же мы на сотрудников ДПС реагируем, что опять случилось. А тут реально очень приятно, спасибо, прям обалденная акция, побольше бы таких. Нет ничего важнее детей, говорит Константин. Именно поэтому свою маленькую дочь он уже обучает безопасности на дорогах. И первые плоды уже заметны. Оказавшись в машине, девочка пристегивается сама. С таким подходом согласны и сотрудники полиции. Детская безопасность, она всегда в приоритете. Если мы находимся в салоне автомобиля, движемся, ни в коем случае нельзя держать ребенка на руках. При резком торможении, не дай бог, при дорожно-транспортном происшествии, вес ребенка возрастает в несколько раз. И это, говорит инспектор, в экстренной ситуации чревато тем, что ребенка можно просто задавить своим телом. Поэтому детские кресла и ремни безопасности обязательны. Нарушителей не оправдывает ни спешка, ни стоимость бустеров. Именно поэтому, понимая эти моменты, нами была организована совместно с ГИБДД акция «Детское кресло», где мы вручали бесплатные билеты родителям ответственным, которые пристегивают своих детей, а также штрафовали инспекторы, штрафовали тех, кто, соответственно, эти правила нарушал. Провинившихся автомобилистов ждал штраф в 3000 рублей, а добросовестных – билеты в цирк «Шапито Маска» с 10 по 27 июня. Шатер расположился на парковке торгового центра «Гэлакси». Остальным жителям города организаторы рекомендуют поторопиться. Билеты на первые дни представлений уже раскуплены.